В этом году исполняется 100 лет Михаилу Алексееву, единственному из якутов, народному учителю Советского Союза, инициатору физико-математического движения, основателю профильного обучения в школах республики. В рамках юбилейных мероприятий в его родном Вилюйском Улусе провели ежегодный конкурс «Учителя и воспитатель года». Подробнее в сюжете далее. На этот раз в ежегодном конкурсе «Учитель и воспитатель года» приняли участие 11 учителей и 11 воспитателей из разных образовательных учреждений района. Сам конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению образования, поддержке новых технологий в организации образовательного процесса. У нас в Вилюйском районе проводится очень много мероприятий. Вот, например, сегодня у нас начинается два конкурса. Это «Учитель года 2017» и «Воспитатель года 2017». На прошлой неделе в нашем Вилюйском Улусе прошел конкурс «Психолог года 2017». Вот буквально на следующей неделе, завтра, у нас пройдет конкурс «Вожатый года». А в апреле месяце мы готовимся к проведению конкурса «Классный руководитель». Но, как вы сегодня уже убедились в том, что наши учителя и воспитатели занимают очень активную позицию. Участники конкурса на протяжении двух дней соревновались в ведении открытых уроков, также показали мастер-классы по своим специальностям. Этот конкурс проходит ежегодно в нашем городе Вилюйске, который собирает участников со всего Улуса. Занявший первое место, он выступает за честь города Вилюйска в городе Якутске на таком республиканском конкурсе «Воспитатель года». Ну, такие конкурсы, они, во-первых, открывают таланты у педагогов, у воспитателей. Благодаря творческому общению участники конкурса получили возможность расширить свои профессиональные контакты, повысить профессиональное мастерство и престиж педагогической профессии. Итак, по итогам конкурса учителем года стала учительница русского языка Толгининской школы Ольга Васильева. Ну а воспитателем года стала Юлия Пельтяй, воспитательница детского сада из поселка Кызылсыр. Анна Васильева, Саина Алексеева, Александр Гогулев, Никита Кольцев, НВК Саха, Вилюйск.